Некий игрок с ником... как же их ник? А, Крышечка. Сосновый на Юпитере попросил меня снять видео о том... О, Господи, батарейка садится. Как правильно ловить статы в шмоте? Вопрос очень простой, как и какие коэффициенты ловить, тоже простой, но есть некоторые игроки, которым это очень важно, и они недопонимают пока что, как это и что делается. И именно для них я сейчас сниму это видео. Всяким гуру точки шмота просьба в это видео даже не смотреть, потому что я сам нуб, и я только со своей точки зрения сниму, как я ловлю все это дело. Конечно же, ваше мнение может отличаться от моего и будет отличаться. Можете в комментариях написать, как это делать правильнее и лучше. В общем так, дорогой или дорогая, ну, наверное, дорогой, да? Дорогой Крышечка. Как, прежде чем ловить статы в шмоте, ты должен понять, какие статы ты хочешь. Шмотки бывают разные. За орду, да, реликтовые, фиоловые шмотки. Фиоловые и реликтовые ловить легче, потому что там уже статы, 3 стата даны тебе, а поймать нужно только 2. А в шмотке за орду там дан 1 стат, и надо поймать 4. А чтобы поймать 4 стата, которые тебе нужно, можно обосраться. Поэтому можно либо до усрачки ловить 4 стата, да, и годам к 50 поймаешь. Либо пару статов поймать не очень таких хороших, но во время точки посмотреть, чтобы в них слишком много точек не уходило. Потому что если будет в них уходить много этих точек, придется точек, запятых, придется, так сказать, эту точку сбрасывать. Но смысл в чем? Вот мне дали шмотку 35 уровня с одной дырочкой, да, под камень. Прежде чем вообще ловить статы, нужно хотя бы сделать 4 дырочки себе. Дырочки делаются как? Мы нажимаем усиление, да. Тут есть у нас усиление золотом и алмазами. Мы усиляем золотом. Можно применить карты усиления, которые снижают стоимость усиления. У меня они есть, но я не буду ими пользоваться. И страховка от обнуления. То есть со страховкой у вас будет за точку больше золота сниматься, но статы не будут обнуляться. Если снимать страховку, будет меньше золота расходоваться, но в любой момент стат может сброситься. Например, вот, ой, как хорошо, у меня коэффициент яда пошел, как я его хотел. Ой, как хорошо, буду точить до плюс 25. Ё-моё, ой, уже плюс 7, везуха-пруха, ой, уже оранжевый, все, до плюс 25 точно докачаю. 9, да что же это творится-то? Ох, ты сбросилась. Вот, это потому что без страховки. Без страховки нужно точить только в том случае, если вы хотите... 4 дырки в своем шмоте. Вот так вот точите, 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 точите. И иногда поглядывайте на шмот. Видите, уже 2 дырочки есть. Если вы будете... Если у вас шмот без дырочек, и вы поймаете статы, которые вам нужны, и начнете их сразу точить до плюс 25, может так выйти, что к 25 точке у вас будет не 4 дырочки, блять, а 2 или 3, что очень плохо. Поэтому усиляем мы... Усиляем вот так вот, вот до тех пор. Вот так вот, например, я вот раз... Ну, это я как делаю, да? Я раз 10 нажал, статы не ловлю, просто смотрю. Так, 2 дырочки. Дальше начинаю сжать. Раз так 10. Хопа, смотрю. 2 дырочки ебучих. Сука, дырочки. Отверстия эти. Опять 2. Короче, точим до тех пор, пока дырочек не станет 4. Вот видите, уже 3. И вот так вот точим до 4. И когда вы эти дырочки уже словили, словили дырочки, как можно дырочки словить? Начинаем уже ловить статы. Как я объяснил, вот у меня есть реликтовая шмотка 40 уровня. Уже дырочки словлены. И тут надо выловить мне статы, мои любимые.
Вот, три уже даны. И мне надо понять, что мне нужно. Так как я варвар, у меня плечи, да? Ну, что мне нужно? XP, например, нужно и какое-нибудь сопротивление. Первый раз я ловлю, естественно, без страховки. Поймал жизнь, она мне нужна. И я могу рискнуть и еще раз на усиление нажать, но золото мне позволяет нажать на страховку от обновления и поймать какой-нибудь второй стат, да, если мне повезет, без риска того, что у меня сейчас сбросится моя плюс 490. Да кто мне там, блядь, пишет, сука? Камса, сука! Что? Что вам нужно? Асмоди? Так, и мы начинаем ловить. Хиракс! Не вышло ничего. Хиракс! Поглощение урона грозы. Поглощение урона грозы мне не нужно. Поэтому я снимаю страховку от обнуления. Нажимаю усилить до тех пор, пока у меня точка не сбросится вообще. Полностью. Сбросилась. Теперь ловим заново. В жизни. Нужно. Жму страховку от обнуления. Усиляем опять. Оп. Ничего. Жизнь. Оп. Опять жизнь. Оп. Опять жизнь. Господи. Жизнь моя жестянка. Ну я в болото нахуй. Ой, сколько у меня сильно... 207 поглощения грозы. Опять, видите, поглощение мне не нужно. Я также, да, я потратил много золота, мне очень жалко этого, но я опять отжимаю страховку от обнуления и начинаю жать до тех пор, пока статы не исчезнут. Вот. Нет, отнимаю и опять начинаю. Поглощение не нужно, поэтому сразу сбрасываем точку. До тех пор, вот, сбросилось. Опять усиление. Опять поглощение, опять сбрасываем точку. Усиляем броня. Предположим, броня мне тоже нужна. Я нажимаю страховку от обновления. И у меня жизнь выпадает. И то есть мне, как варвару, и броня, и жизнь вроде как нужна. Ну, на самом деле, мне бы броня была не нужна. Но предположим, что сейчас она нужна мне. И я очень счастлив. Так как все я выловил, и дырочки я уже все выловил. И поэтому я жму до тех пор, пока у меня не будет это какое. 25. Но еще, когда мы начинаем усилять, наш доспех или пушка, да, наша, она обретает какое-то название. Сейчас он называется оберегающий реликтовый защитный наплечник. Это говорит о том, что это говорит о том, какие статы в нем выловлены. Я так понимаю, оберегающий это XP, защитный это броня. Какая точка пойдет в XP, а какая в броню, по сути, тут 50-50. Потому что стат XP и стат броня, они ловятся чаще всего. И если вы поймаете XP и какой-то сапрот, то большинство точек уйдет в XP. В сапрот уйдет чуть-чуть. Если вы поймаете два сапрота, то уйдет примерно одинаково. Но бывает так, что в один сапрот уходит больше, чем в другой. Это как в пухе. Например, вы поймали физу и поймали там лед, например. И вам надо, чтобы вам физу хорошо ушло. И вы точите, например, 10 точек сделали, посмотрели, что у вас в лед ушло там где-то из 10 точек в 5, и вам кажется, что это плохо. Вы начинаете все перетачивать заново, опять ловите физу, опять ловите еще там что-то, и опять начинаете точить до тех пор, пока вам не понравится ваш результат. Вот, например, я ловлю в своей бухе, вот смотрите, все ловят физу, да, как можно больше, чтобы у них была, и поменьше коэффициентов. Я считаю так, что коэффициенты и физа это как бы равнозначно. Если у меня коэффициент меньше 1000 в НЛО, то они мне очень важны. И видите, у меня как получилось, физы у меня немножко по идее. Я видел у варвара с Китая там чуть ли не 21 кусок у него вообще физы выточен. А у меня 14, и я в принципе вообще не страдаю, зато у меня коэффициент грозы большой. Так что, о боже, все, батарейка сейчас сядет, так что будет пиздарики. Ну, в общем, основной смысл точки вы поняли. Какие статы ловить, решать вам. И когда вы их выловите, точите 5-10 точек, смотрите, понравилось вам, не понравилось это, как выточилось, точите дальше. Если не понравилось, точите заново. Вот и все. Крышечка. Крышечка. Смотри. Пробуй. Да что же это, блядь, такое-то, блин, тоже хочу видосики снимать. Так снимай же, блядь, видосики, странник. Ты не странствуй, ты осядь где-нибудь и снимай их, блядь.
Когда, а, вопрос, видосики, когда стрёмные, когда снимать еще будешь? Ну, блять, вот сейчас, например, уже снял, опоздал, товарищ Асмодий.